Новый маршрут номер 65 соединил поселок Ленинкент с Махачкалой. Обслуживать его будут автобусы, переданные в безвозмездное пользование руководством Москвы. Официально открыл линию Салман Дадаев. Мэр столицы подчеркнул, что запуск новой маршрутной линии стал возможным благодаря руководителю региона Сергею Меликову. Он взял ситуацию с пассажироперевозками в поселке на личный контроль. Проезд до Ленинкента обойдется пассажирам в 20 рублей. Внутри города тариф 17 рублей. Для сравнения, маршрутные такси установили тариф 30 рублей до Ленинкента и 23 рубля внутри города. Напомним, несколько месяцев назад глава столицы проехался на общественном транспорте между Махачкалой и Ленинкентом, зафиксировал нарушения и определил время на их устранение. Общественный совет поселка Ленинкент пошагово с нами сотрудничал, вел эту ситуацию, периодически доводил до меня, что Саман Кадирович, да, вы проехались, пообещали, несколько дней поприсутствовали эти маршрутки, и снова и стало то же самое количество. Члены Ленинкентской общественной организации «Патриоты Родины» назвали появление новых автобусов знаменательным событием для всех жителей поселка. Мы знаем, как вы старались насчет маршрутников. Мы дагестанцы, мы мусульмане, мы видели, как эти маленькие детские маршрутики ехали и друг на друга ездили. Понимаете, там ездили наши сестры, наши жены, и мужчины, и женщины в одном. И тесно, понимаете, и толкаем друг друга. И не хочется, но вынуждены были. У вас мы рады, что... Салман Кадирович, у вас есть такое чувство услышать простых людей.